Приветствую. Если какие консультации, вопросы, зовите. Буду рад. Обязательно. Что-то тут очень много всего. А у вас какие-нибудь спиннинги-то есть? Так вон же, конечно, целый лес. Пойдемте покажу. А то как-то тут заблудиться можно. Так да, большой магазин. А спиннинги-то разные же, соответственно, бывают. Под какие задачи, цели? Вообще-то я собрался жену за грибами отвезти. Со спиннингом. Неординарный подход к вопросу. Ну, я половить собираюсь, а она пусть грибы собирает. Так, а ловить будем кого и где? Ну, на Чебоксарском водохранилище, там какие-то острова туда-сюда. Чебоксар? Говорит, грибов полно. Поди хмелевые? Ну, там не только хмелевские острова, там. Понятно. Значит, ловить предполагается, скорее всего, джигом. Ну и воблерами, наверное, тоже. Ну... Тогда взор как остановим? На одном или два? Нет, ибо там... я как бы не сторонник универсальности. Нет, там будет у нас как бы, ну, неделя, наверное. Вот. Жить на Васильсурской слободе, там, по-моему, такой дебаркадер. Васильсурка, да, знаю. Вот. Хорошее местечко. И, ну, в общем, там я где-то ее высажу, сам пойду половлю. А, ну, то есть катер будет? Ну да, ПВХ-шечка у нас. А, лодочка. Да. А моторчик какой? 25. 25. Ну, шибко не разгонишься, как на катере, но сходить можно. Ну, хорошо. Задача ясна. Давайте тогда, наверное, к удилищам, а потом уже перейдем к конкретике. Ну, вот палочку я бы, конечно, взял бы. Ну, может быть. А может, лучше две? Нью. А где? Что так пусто, нью? Стойка больше, чем пока успевшие прийти новинки. Ну, я думаю, ультралайт рассматривать не будем. Ну, там как бы рыба-то должна быть поприличнее, наверное, так, чем в Москва-реке. Само собой. Хотя и в Москва-реке, по заверениям Сабанеева, когда-то была очень приличная рыба. Это и было даже давно. Да. Я бы, наверное, остановил в первую очередь взгляд на модельки Experience от Nordstream. Она была новинкой, пусть и не этого года, а прошлого, но это идеальный джиговый инструмент. Вот. Тестик, я думаю, ну все по классике. Унцовочка до 28, чтобы можно было и с лодочки, и с берега швырнуть. Такая очень, очень с хорошей чуечкой, с запасом по мощности. Так, а подергать? А подергать? Не, это как-то, не знаю, колообразный очень, нет? Или... Нет, он очень с живым кончиком. Ага. Да, вот именно то, что для джига необходимо. И здесь графит от Mitsubishi Rain, так что, пожалуй, это самая чувствительная на сегодняшний день вещь для джига. Инструмент идеальный. Ну и почему настаиваю на второй? Во-первых, супруга, можно же ее подключить к процессу, помимо сбора грибов. Она рыб боится, ну а что ей? А ей мы вручим твичовый инструмент, и можно меняться в процессе. То есть воблерки подергать. Ну, или, может, их даже на равномерке погонять. Ну, а ежели она большую поймает какую? Так мы же дадим инструмент, который издюжит и большую. Ага. Мы же понимаем, что это все-таки Чебоксар. Так, ладно, а какая вот будет? Он как раз новиночка. Так, это что за палочка? А к бюджету мы будем прибегать? Бюджет? Бюджет, ну, для моей жены бюджет не ограничен. Я готов. Лишь бы она грибочки успешно собирала. Так, и что это у нас за... Штука такая. Ну тогда, вот это, я думаю, палочка будет идеально под наши условия, под ваш супругой. Новая моделька в новой коллекции, так. Той самой Asgard, которую Asgard анонсировали в этом году. То есть это самый-самый свежак, самый-самый просто, самые сливки, я бы сказал. Ага. Здесь тоже узкомодленный графит, здесь правильный именно твичевый строй, ну тут даже классификация написана, что Twitch Special.
Соответственно. Не, ну это все как бы слова, там, твич. А твич это когда там дергаешь. Это как, когда как дергаешь шевлера. Паркинсона, что ли, такое, да? Ну, можно и так сказать. Только болезнь Паркинсона, это делает, скажем так, на уровне подсознания, а здесь мы делаем сознательно и правильно. А, ну-ка я попробую. А, вот как? Это легко? Относительно. Звонко. Ну, тоже, какие-то уж очень мощные палки-то. Так и Чебоксарка это не речка, переплюйка. И рыб там не маленькие. Да. И приманки-то туда нужны, не крохотные. Так. Может, как бы помимо грибочков пытаемся наверное, собрать и рыбку трофейную, чтобы приятнее было. В общем-то, отдыхать так отдыхать, ладно. Так вот, гулять так на все. Я понял, что сейчас мне надо будет потом обзаводиться еще катушечками, прочим-прочим, приманочками. Так мы можем не выходя отсюда, обсудить себя. А рыбу не выходя отсюда половить. Так тогда какое удовольствие. Ладно, тогда что, берем экспириенс тогда. И вот этот, как он называется, я уже забыл. Скальд. Да. Окей. Хорошо, с палочками определились. Ну, можешь их сразу отложить, или тут очереди так не бывает? Так у нас очереди нет, так и они в достатке. А, понял. Поэтому нам их принесут отдельно со склада в теплах. А, окей. Так. К приманкам? Ну да, да. Или к шнурам, катушкам? О, шнур, шнур, шнур. Шнур. А пойдемте. Шнур. Ассортимент велик. Ё-моё. На любой вкус и бюджет. Все что угодно. Так. Цветное, красивое, белое, блеклое, как больше это нравится. Я как бы любил раньше ловить такую рыбку, типа в быстрой воде, типа форели какую-нибудь. Mm-hmm. Вот. Я на лесках всегда. Понятно. Быстрее. Ну ладно, а шнур? Ну, здесь, шнур, наверное, как бы лучше, в этих условиях, да. Здесь шнур будет логичнее, оптимальней. А я так понял, палочки-то у меня... Палочки у вас не топовые. Сильные, бюджетные, да? Да. Но вот здесь как раз-таки интересный момент, поскольку... Сэкономить чуток? Можно немного сэкономить, но при этом не сильно потерять в качестве, поскольку шнур всегда расходный материал, а тем более, что для вас это такой новый будет опыт. Рыженький, желтенький, вот. Можно пойти таким путем. Можно для палочки, которая скальд, для того самого дергания Паркинсоном, взять восьмижильный шнур, так. И вылет больше, и контроль приманки лучше, тем более на дергании. А для палочки, которая самый экспириенс, взять четырехжильный шнур, вот, поскольку он более устойчив к абразиву. Ибо все-таки у нас идет джиговая ловля в условиях там коряк и так далее, он где-то трется, но зато при этом он более устойчив к этим процессам. Mm-hmm. И стоит недорого, и выполнен хорошо. Берем. И оторвать не жалко. Ну и берем. Отлично. Сейчас такой размерчик подберем. Ну, вот, пожалуй, что. Это чуть крупновато. А вот главное, это чтобы он не порвался. Так, здесь все продумано. Один. Так. И, пожалуй, что. Где? А, вот прекрасно. А вот и другой. Определились. Взяли. Так. Теперь, вообще-то, за грибочками ножичек нужен, да? Угу. Жене ножичек. Есть ножички? Небольшой, компактный, правильный. Да, и да, чтоб да, глаз да, радовал, ибо женщина – существо эстетически правильно воспитанное. Она у меня художник-модельер, о, между прочим. А под это дело у нас таки есть вообще эксклюзивно так, красивый а вот это, а и вот приятный. Это, сейчас, секунду. Так, а вот это что? Пойдемте такое? К ножичкам. К ножичкам? Отнесем, чтобы руки не занимать. На кассу заодно выберем, а на обратном пути остальное все подберем. Так. О, тут кто-то уже что-то себе подбирает. Ну, мы, пожалуй, тоже. Это не для нас. Вот эту витринку займем. Ага. Отдельно. Так, ножичек. А ножички под грибы, а вот, для художника, да еще и расписные. Ну-ка, ну-ка. По-моему, будет очень красиво. А самое главное, что невесомый и очень острый. В кармашек убрал. И ходи на здоровье. Ну, какое ощущение, что все одинаковые? Так нет, если присмотреться. Ну, а у художника-то глаз наметный. Она всегда отличие найдет. Ну какой. Я люблю теплые цвета, чтобы были. Это уже как бы. Ну так тогда мы будем исходить из отделки под дерево. Здесь натуральное да, дерево. Какой для вас самый теплый, тот и заберем. Все, вот этот берем. Вот этот. Чудесно, значит, вот этот сейчас. 37 грамм. 37 граммов весит, да. Всего-то ничего. Всего ничего, да. Да. Мелочь, а какая приятная. Да. Так. Mm-hmm.
говорю. Угу. Так. И? Так, ну это пока... Так, а спиннинги потом принесут, да? Да, спиннинги потом принесут со склада. Так, ножичек. Ножичек. Ну, не будем его открывать, да? Так я раздарить и делать приятное, что ж открывать? Можем только бантик привязать сверху, ежели очень хочется. Так. Ну так что, ну, к приманкам? К приманкам, да, да. Айда к приманкам. Я думаю, начнем с резины. То есть силиконовых приманок для ловли джигом. И, пожалуй, что... Ну, так, это у нас там у нас, значит, в экспириенсе какой тест, что нам загрузать нужно? До унции. До унции? То есть 28 граммов. Так. Вот и, собственно, груза. Ну, покуда речь зашла про... Да мне как бы, ну такой что-нибудь, я не знаю уже. Так мы сейчас так, правильно это все берем. Правильно? Окей. Речь же шла про Хмелевые острова. Доверяюсь. А по пути есть еще и Луковая протока? Правильно? Ну, Луковая, я так понял, она прямо от этой базы, от Васильсурки туда. Ну, недалеко. Прямо-прямо. Да. Ага. И вот как раз тот самый вход, створ так, в эту протоку. Ну, и как заходим, по правую сторону так. Можно совершенно спокойно облавливать. Во-первых, рыбы в количестве. Навесочка вполне себе спортивная, кило 2. Ну, попадаются, конечно, экземпляры и покруче. Но кило 2 приятно, бойко, красиво и в количестве. Ага. А если нам надо прям совсем попытать удачу и адреналина хапнуть, идем на выход дальний и по левую сторону, там такой коряжник будет знатный. Кстати, на входе там, это... там есть пенечек. А, ну, лодочка-то не шибко шустрая и не шибко мощная. Это для катеров опасно. Там такой пенечек под водой есть. А, ну, я-то а полярики-то, не глубоко. Кстати, полярики-то, кстати, есть, полярики? Чтобы под водой рыбку с корягами разглядывать? У меня есть такие. Ну, мои любимые. Дусти за 200 рублей купил. Не, готов заменить на самом деле. Ладно, ну, сначала с этим, может, разберемся. Да, ну, значит, вернемся. Ну, вот открытый крючок, то есть вот эти джиголовки, они будут хороши там, где есть поливы, просто глинистое дно, илистое дно, без особого коряжника. Вот. Это будет классика жанра. Я думаю, что стоит взять несколько. Ну, тут по весу исключительно, да? 20 грамм. Ну, можно начать, я думаю, что граммов, наверное, с 16. То есть, по-моему, несколько пачек такого, такого и до унции. Так, ладно. А еще что тут есть? Так. Из этих штуковин. Сейчас мы несколько штучек возьмем заодно. Чтобы... Я просто не знаю, сколько я смогу их оторвать. Так насколько... оторвать-то дело-то такое. Забросил, оторвал, перевязался. Очень нехитрое. Только успевай менять. Поэтому грузголовка, собственно, с крючком, без крючка, разборная она или нет, это, по сути, всегда расходный материал. Ну, понятное дело. Как крючок, как, собственно, и силиконовая приманка. Поэтому много не бывает. Поэтому набираем чем больше, тем лучше. Вот теперь... Более, скажем так, сложные оснастки, когда нам надо в том самом коряжнике выманить хищника, но при этом самим остаться с приманкой и не зацепить, не оторвать. Тогда для этого как раз-таки используются разборные груза. Вот есть такой так называемый проходимец. Вот эта скоба у него вынимается, и на эту скобу надевается офсетный крючок. К крючкам мы сейчас тоже отдельно подойдем. А крючок этот самый? Это, наверное, для меня будет так это... Не... Так мы мастер-класс покажем. Там да? Один, два, крючочек раз, два, три, и все. Ладно. Научится даже школьник. Что? Очень много... уж с вашим-то опытом, я думаю, ловли форели, так там узлы сложнее, чем здесь. Поэтому, я думаю, что не сложно. Я банально простыми узлами, я старый альпинист, поэтому... Ну, если я всегда альпинист, восьмерочку вяжу или проводника, и больше ничего. Чудесно. А там надевать еще проще, чем узлы вязать. Кстати, самый лучший узел – это булинь. Всего 2% теряет в прочности веревочка-то. Так что это самое. Но в рыбалке есть и другие узлы, которые думаю, точно нет, так же теряют от 1 до 4%. Не может быть. Может. От 1? Да. Надо поизучать будет. Ну, кстати, есть поломары двойной поломар, который теряет всего 3%. Это что такое? Вот а это вот те самые открытые головки. Как-то они блестят. Так, а это кто такой? Андрей Петерцов. Где-то я его видел. Вы их даже и слышали, и видели, я думаю, да.
Не, ну, как именитый всех... спортсмен, рыболов, разработано при его участии. Ему доверять можно, да? Да, и качеству так. Этих аксессуаров доверять. А у вас кто именитый? Куда возьмем? У нас? Ну, так да. Вот и Андрей Петерцов есть. Вы имеете в виду у нас? Это у нас прям совсем? Ну да, в компании-то. Есть у нас и Василий Мадюкин, неоднократный чемпион. Так. Есть и Максим Дубковский, и Константин Тополов. Ага. Вот у нас такие ребята есть. А спиннинги кто делает? А спиннинги, ну, гуру и создатель бренда Nordstream Кирилл Вячеславович Гущин. Мать честная. Сам? То есть сам. Каждого из я спиннингов даже он руку с ним приложил. Шапшно знаком. Вот. А он на Чебоксарочке-то не одну восьмерку уговорил. Ух ты. Ну понятно. Тогда, значит, мы на верном пути, по всей видимости, да? Видимо, да. Так. Не то слово. Так от Андрея что-нибудь возьмем? Ну, не, ну значит, у меня что там получается-то? По весам просто. По весам-то кто-то мы в каждой категории можем подобрать. Не, ну, у нас чтобы... и 20, и 24, так, и 16, же, и 28. Там глубина же. Чем тяжелее, тем течение должно там быть. Плюс там плюс течение, плюс куча факторов. Так, ну там стоящая вода, или там все-таки течет? Там и так, и эдак. И так, и эдак? Так, ну тогда мне, ну я вот, допустим, за день я отрываю, вот это я отрываю за день. Я, да? Думаю, за день десяток. Десяток? Легко. Так, ну тогда давай возьмем еще. Добавим. Да. Хорошо, тогда я, с вашего позволения, все-таки за корзинкой, ага. Дабы нам все это уместить. А вы пока приглядите, может, еще что-то. Ладно. Я одна нога здесь, другая там. Динь-динь-динь-динь-динь. Так. Так. Ну вот, как говорится, ее. Съедобная резина. Я где-то видел, как эту резину едят. А вы не поверите, я ее ел. Что, серьезно, да? Абсолютно. Был у нас такой спор с тем самым Максимом Дубковским. Ибо обловил он меня окунями на эту резину, и ел я ее с майонезом. Понятно. Не могу сказать, что было очень вкусно. Но это где-то с год назад, по-моему, я видел такое. Да? Практически так. Это было глубокой осенью прошлого года. Ну, тогда придется и резины. А майонез нет у вас, случайно? А майонез лично от себя добавлю. Я теперь как прям создатель этого соуса выступаю. Каждый раз все спрашивают. Сейчас добавим немножко грузиков тех самых и перейдем уже к приманкам. Ну, вам есть их не рекомендую, грибы всяко вкуснее. Это 100%, да. Я думаю, супруга опытный грибник без еды не оставит. А на Васильевской слободе и кухня хорошая, можно туда и грибочки сдать. Они их зараз пожарят. Итак, начнем с того, что я ел. Так, я уже не помню, что это было. Вкусная такая была штука. Да? Да. Так, ну она по какой рыбе должна работать? А здесь есть приманки на любую рыбу. Ел я нечто подобное, только зеленый цвет вот этого. Вот так называемая креатура, это Caesar Comb от Jackal. Ага. Она хорошо работает по окуню, по судаку, по бершу. Okay. Приманка по сути своей пассивная. И всю анимацию, то есть те самые рыбочки, подтяжечки и так далее, задаете вы. Но у нее есть активные части. Это вот эти ножки, ножки, она им шевелит на каждом подъеме и подрыве. Но, соответственно, а дополнительную анимацию уже задаете вы сами. Очень хорошо раскачивает даже пассивного хищника. Активный хищник ее не пропустит никогда. Потому что это всегда имитация какого-то ракообразного. А все вот наши придонные жители, а-ля как судаки и бирши, это дело очень жалко. Ну, а раки-то они... Но это не совсем рак, это ракообразный. Ракообразный. Нет, да? Чебоксарка-то у нас вроде бы большой и достаточно пока чистое водохранилище. Соответственно, так. Можно несколько цветов, несколько размеров. Тут размеры варьируются. Ну, это что же такая же вещь, которая типа расходный материал? Абсолютно точно. Вечная. Ну, головку оторвали, вместе с ней, соответственно, и приманка ушла. Поэтому ну, она тоже обгрызается хорошо, рыба. И еще и обгрызается, да. Хотя вот надо отметить, что у силиконовых приманок от Jackal смесь такая, что вот, например, если взять вот эти крупные модели, да, чтобы виднее было и нагляднее, то щука даже после нескольких атак, там, 4 и 5,
приманка остается достаточно живой и практически со всеми своими рабочими частями. А тоже. Это большая, да, на то самое, на хорошую такую. Ну, во-первых, на хорошую отсеивается более мелкий экземпляр, а во-вторых, честно говоря, для нашего хищника, что клыкастого, что зубастого, размер имеет минимальное значение. А по цветам там. По цветам чего должно быть интереснее? Я сторонник всегда самого простого и очень понятного концепта. Надо брать яркий, раздражающий, и надо брать натуральный, когда рыба спокойно и кормится своей основной кормовой базой. Поэтому берем несколько ярких цветов провоцирующих и несколько цветов натуральных, ну, близких к натуральным. Так, сколько их брать? Ну, допустим, я оторвал 5 в день. Если мы 10, значит, головок оторвали, то 5 в день не получается. Получается уже 10. Ну, тут в пачке, в зависимости от размера, так, где-то больше, где-то меньше. Для этого не брали никаких этих самых? Брали. Там грузики. Те же самые головки были, только с маленьким крючком. Плюс у нас же еще есть разборные головки. Мы сейчас просто разные крючки под них возьмем. Офсетные. Те самые незацепляющиеся крючки. Но сейчас к этому вернемся. Итак, сейчас наберем несколько приманок, чтобы у нас ассортимент был. Я, правда, джик особо не люблю. А что, бросай, там... бросай, крути по классике, чтобы сильно не заморачиваться. Ну, там же надо сильно сосредотачиваться. Я вот... Сосредотачиваться на чем? Рыбалка, в принципе, сосредоточение, как и поиск грибов. Нет. Ну, как нет? Рыбалка как отдых, я воспринимаю. Это для вас, это бизнес. Собирательство грибов, это же тоже отдых, но только полезный. Так и рыбалка. Полезный, да, да. Ну, так все. Ну, ладно, главное, чтобы свежий воздух был. Вот именно. Приятная компания, свежий воздух. Прекрасный компания выдаю. Приятная с женой. Не, ну приятная компания, конечно. Ну приятная же. Тяжело отрицать. Тем более после такого подарка. Я думаю, супруга будет в восторге. Ножичек-то? Да. Не, ну ножичек это не подарок, я за копеечку, я впарю за копеечку, бизнес сделаю. Нет, ну копеечку ровно как и при подарке часов, да, надо ее взять, чтобы инструмент работал долго и счастливо и доставлял удовольствие. Ну и по трофейной рыбке что-нибудь возьмем. Мы про окуня, кстати, все как-то опускаем момент. Немножко заострюсь как раз на этом этапе. Вот есть такая модель вобринг Джакал. Это, ну, уже практически все, кто попробовал, это исключительная вещь. Вот в наших условиях максимально заточена под ловлю именно полосатого. То есть того самого окуня. Да, безусловно, и остальной хищник не пропускает. Но окуня, она уговаривает быстрее и лучше всех. Ну, поэтому оставлять этот момент не стоит. Ну, добавим. Так, что-то как-то унести бы это все до машины. Так поможем? Мы всегда лицом к нашим посетителям. Так, ну, как всегда. Что-нибудь поярче, повеселее, ну и помрачнее, понатуральнее. А-ля машинное масло и же с ними. Ну и на закусочку. Что на закусочку? А вот этот вот. Очень вкусный, хороший цвет. На Чебоксарске работает исключительно. Какой-то бак. Твистер. Ну, понятно. Так, да. Ну, так, груза есть, сети есть. Что еще там? Так. Шнуры мы взяли, груза есть. Ну, катушечек парочку придется. Придется. Но бюджетных все-таки. Все-таки по бюджетным. Я знаю, что там у вас тут есть там за 50 и так далее, но я... Есть разные, безусловно. Не очень хочется. Кстати, для транспортировки и перевозки тех самых спиннингов. Дабы не поломать, не сломать и сохранить целостность, сохранность, дабы долго лет радовали, тубус нужен? Ну, у меня есть. А будет ли он у вас подходящего размера? Вы ж ловили у меня на быстринах? Любимый спиннинг, древняя бугарсия. Но он очень древний. А ростом? Подойдет ли тубус? Он 20, у меня рост 160. Ну, я в смысле спиннинг. Спиннинга. Нет. 160 сантиметров длины. В собранном виде. Не-не-не. Спиннинг 2,70. А, тубус, ну тогда да. 2,60. Вот. Приманок-то достаточно? Или еще?
каких? Нет, ну, а эти, которые воблеры-то? Которые, конечно, буратинки-то, мы к ним подойдем. Да. А силикона точно достаточно? Или может еще добавить? Ой, ну хватит. Точно? Ну, грибами добавим, если что. Так. Перейдем. Крючки, кстати. То, что обещал. Нет, ну крючки-то... А как же, у нас же разборные грузики есть, к ним нужен офсетный крючок. Вот что такое офсетный крючок. Нет, я знаю, что такое офсетный крючок. Мне просто бывает лениво там что-то копошиться, там мелкие детали, это очки надеваешь, завязываешь. Так это перед выходом, да? Вечерком сели, вечерком? Насадили себе в коробочку, сложили уже готовые и вперед с песнями, чтобы там уже на воде ничего не надевать. Поэтому мы и возьмем сразу вместо размер. Жене вместо вечернего шитья? Да, один раз показать. Ну, вариант. И я думаю, будет интересно. Ладно. Вот как раз и под маленький сгодится. Ну, покуда крючок в данном случае будет тоже расходный материал, здесь пойдем по тому же самому принципу, больше не меньше. И так. Пусть оно у нас будет. Угу. Прямо я это самое... Уже думаю, а не зря ли я зашел в ваш магазин? Так это же вы удачно, по-моему, зашли. Для вас удачно. У нас прогрессивная дисконтная программа. Карточку подарим. Сделаем постоянным гостем. И будете иметь хорошую скидку. Ловлю на слове. Не вопрос. Мы свое слово держим. К буратинкам, то бишь к тем самым воблерам. Буратинки — это у нас... Воблеры. Воблеры. Ну, это так, такое простонародье. Понял. Так, ну тут хороший ассортимент. Смотрю, даже очень. Да более чем, да. Так, ну, так раз у нас резина Джакал, да. Так пусть а шакал? Воблеры. Так вот же они все. Все шакал. И все висит, и все лежит, и все же он. Да. И вот даже новиночки. Может, уже что-то знаете? Не, я знаю Риренч. О, один из любимых. И еще я знаю, я его прозвал этим самым окуневым наркотиком, я правда забыл, как он называется, он такой узенький. Окуневый наркотик? Узенький, сейчас. Не соушат часом? Нет, он узенький, что-то там типа три какой-то там. Трикорол, о! Их называют триколорами все время. Да, а где так, он, кстати, сказать? Собственно, вот у меня был такой один, и вот до туда. Его... Это все он, это все трикорол. Узенькие, маленькие, рассчитанные на ловлю лососевых в первую очередь, поскольку это подразделение компании Джакал, так называемый Тимон, который отвечает за ловлю именно лососевых. Соответственно, здесь и крючки рассчитаны на эту мощность, и приманка рассчитана на ловлю в струе, чтобы ее не выкидывало, чтобы она хорошо держала. Соответственно, почему она так хорошо в наших условиях работает и так далее? Потому что большинство из них или медленно тонущие, или быстро тонущие, или суспендеры. Вот у меня был, кидаешь, он плавает. Чуть дернул, нырнул, стоит. Это называется воблер с нейтральной плавучестью, то есть суспендер. Но там было еще так, я втыкаюсь во что-то, в дно. В дне где-то там останавливаю, жду. Он медленно всплывает. Надо долго очень ждать. Это скорее особенность больше уже именно воды. Нет, здесь есть и плавающие модели, безусловно. Но температура воды, например, может влиять на нейтральность плавучести. То есть холодная вода одна плотность, теплая вода другая плотность. Соответственно, та же приманка, которая суспендер, может становиться или медленно всплывающей, или медленно тонущей. Похолодало, он съежился. Безусловно. Принцип тот же самый. Ну, закон физики тихо никто не отменял. Повис, да. Вот. Поэтому воблер действительно классный. Он работать будет и по щуке, и по окуню, и по судаку. Тем более, что размер-то разный. Я думаю, тот самый маленький, узенький, это у вас был один из самых небольших. У меня был сейчас или минимум 75. 75? Но это не маленький. У нас не есть 72-й как раз, который тот самый. 72-й? Вот, ну, он 72-й. Такой был. Вот типа такого, да. Да. Вот. Не, на него вешались окуни, я помню. Какого разного размера, да. Да, есть такое дело. Ну так давайте тогда, наверное, возьмем несколько. Да. От мала до велика. От побольше. 67-го да. И до... Тут каждый воблер имеет свою развесовочку.
Вот здесь вот, по-моему, 5 граммов он весит. Это 67-й, но это в тонущем варианте 5 граммов. Если, например, версия heavyweight, то есть это очень быстро тонущий, и с тем и забросом далеко летит, то он уже весит 6,3 грамма в том же размере. Так, а я кидать так в этом-то и в этом-то интересен этот воблер, что вот здесь вообще система заброса есть. А проводка-то его мы ждем, он на какую-то глубину погружается, и мы просто не, подрывами. Мне забросить, забросить. Забросится он без проблем. Забросился. Абсолютно без проблем. Палки все кидучие. Не, а тест у меня какой там? Вот я же и говорю, у этого воблера есть это преимущество. Мы можем там даже в одном спиннинге от 10 граммов, да? А в другом от 7. Поэтому все так или иначе, летит? Конечно, он полетит без проблем. Поэтому имеет смысл взять. Берем и такой, и такой. Так, сейчас только с окрасом. Да, в принципе, я думаю, по натуральному пойдем. Ну, натуралочку возьмем. Натуралочка, да. Соответственно, добавим 72-й. Тот самый, который так удачно и хорошо. Вот у 72-го есть интересная особенность. Он есть в варианте Shallow Runner, то есть SR-ка, и есть Medium Dive, да, то есть уже с заглублением большим. Я думаю, что логичнее будет брать, поскольку плавающая версия, да, брать МР-очку. Ну, то есть заглубление. Согласен, да. Такой и такой. Ну и по новиночкам как раз. Вот есть 83-й, которые идут heavyweight. Это как раз таки, чтобы достать судака, чтобы достать щуку, которая поглубже сидит. Heavyweight это быстро тонущие, и системами заброса sinking это тонущие воблеры. Я думаю, тоже несколько штук. И тех, и тех. Ну, как минимум по одному. Ну, по одному, да, больше не надо. Хорошо. Так наглядно. Так, их мы взяли. Теперь, ну, коль речь заходила про реренжи, есть у нас большой выбор тех самых реренжей и 130-х, да, и даже где-то был его более младший брат, тот самый 110-й реренж, который так редко встречается. Я думаю, нужна модель для ловли щуки трофейной, тоже несколько штучек буквально, то есть в рассветочке, кислотной рассветочке натуральной. Более младший можно в одной какой-то рассветке взять. Я думаю, классика жанра будет вот так. Сколько он стоит? Ох, нынче, конечно, кусается, но все-таки со скидочкой будет. А так он 1560. Ну, все-таки японцы. Ну, я понял, да. Забрасывать я их не но буду. Но поводок-то мы будем применять, поэтому, чтобы нам его не откусили. А уж в самый густой коряжник швырять его не будем. Правильно? Такой и поменьше возьмем просто натуралку размером 110, ну да бог с ним, пусть будет какая рыбка, вот такая рыбка. Ну ладно. Да. Так, может быть уже и хватит что-то как-то. Ты вот хотел мне еще буквально 1-2, но очень уникальных, которые не встречаются у других производителей. Прям последнее время это бум, и осталось их, как можно видеть, совсем немного. Это тригоны. Вот объясню, что это за бородатый воблер, у которого нет лопасти. Это ратлин, тип приманки, как раз-таки вот им можно ловить джиговой палкой, хоть это и воблер. То есть тут принцип проводки джиговой. То есть мы опускаем на дно, и подрывами, как силиконовой приманкой с джиголовкой, также делаем анимацию. Вот эта вольфрамовая борода, которая у него есть, заставляет эту приманку всегда становиться в одном положении, вот так, ко дну. Получается, что наши тройники, которые висят, всегда развернуты кверху для того, чтобы максимально... И сам воблер стоит в таком положении, что его максимально удобно атаковать хищнику. И хищник у нас максимально засекается за счет вот этого. И эти тройники меньше всего цепляются за что-то, поскольку они всегда находятся над любым препятствием. То есть именно из-за его постановки. Ничего подобного ни у одного производителя нет. Судака
вот начиная, по-моему, с позднего осени прошлого года по сегодняшний день это хит, при том уже хит даже зимой ловили, то есть круглогодично выкашивают его просто на ура. А уж там-то на Васильсурке судачок, ну и, соответственно, где Хмелевые острова, пока супруга будет за грибами ходить, обкидать вокруг, хорошие встречаются экземпляры клыкастого. Так что парочка в запасе таких вещей, и без судака никогда не останемся. Ну, звучит как рекламный слоган, ну ладно, я согласен. Но когда попробуете и поймаете, сможете меня упрекнуть, что я был неправ. Или наоборот. Буквально парочку, как и обещал. Так. Сдадим пока. Ну да. Чтобы тяжесть не таскать лишний раз. И вернемся к поводкам. Ибо зачем нам лишаться? Ну а поводковый материал такой нет у вас случайно? Был. И очень хороший был. Сейчас в дефиците. Да. А вот. Но предложу очень хорошие поводки. Сердито, надежно, для разных целей и условий. Ребят как раз за это время все упакуют, посчитают. А, мы же катушечки хотели. Ну, я бы очки бы заменил еще свои. Старые, дешевые. Очки. На очень, может быть. Чего у вас тут за очки-то, кстати? Дайва это очки? Нет, дайва это футлярчик для шпуль катушечных. А вот очки у нас или Мака, или Коста. Это два одних самых именитых брендов в мире, которые делают очки не просто для рыбалки, они делают их и для охоты, и для сноубордистов. То есть там специализация серьезная, и подход у компании серьезный. Поэтому, ну, наверное, тут универсальный, стоит взять фильтр какой-нибудь. Универсальный. Ну, а главное, да. Ну, ладно, за ценой вопроса мы не будем. Ну, Мака, может быть, это как? Это хорошо. Я думаю, вполне. Моделька. Ну, тут надо померить. Меряем. В обязательном порядке. Я считаю, что очки – это все-таки такая вещь, чтобы носить долго, сидели удобно. Ну, вот такой фильтр. Я думаю, вот этот будет более универсален, ибо этот темноват. Ежели не подойдет, попробуем посмотреть и Косту. Поляризация прекрасная, под водой видно и рыбу, и препятствия подводные. Ну, все по классике. Главное, чтобы хорошо сидели. Понял. Берем? Или еще померим? А вот эти? Я говорю, что... Не-не-не, вон те. А, вон те. Ну, это остатки былой роскоши, очки фирмы Рапало. Неплохо, скажем так, дешево, сердито. Смотрите сами. Ну, так, конечно, сложно определить. Рапало. Не буду ее брать. У меня были воблеры Рапало. 20 лет не назад. Сложилось. Не сложилось. Любовь к Рапале. Ну, значит. Давайте Аку. Да. Аку. Мака. Мака, я хотел. Да. Аку. А Аку что такое? Аку это обувной бренд. Ой. Они у нас тоже, кстати, есть. Ну, это в следующий раз. Действительно. Катушечки, наверное, надо было посмотреть. Ну, да. Чтобы недорого, но очень сердито. Так. Вот, но выбор здесь большой. Цены приятно удивляют. Да. Я же говорю, что у нас можно подобрать здесь все и на любой карман. Приятнее удивляешь. Вот, пожалуй, мы, наверное, на этой витрине остановимся. Ну, как-то они слишком дешевые. 1000 рублей? Нет, ну на этих мы не будем останавливаться. Что... Вот там повыше, поинтереснее. Так. Под наши цели, ну, наверное, и задачи. Да. Вот где-то, наверное, там. Ну, в районе 5. Вот на них и остановимся. Без лишней скромности, рекламы. Так это как они называют? Акума, да? Акума, да. Это, это современные, хорошие тенденции. Катушка легкая, но при этом прочная.
Так, и этот обратный ход есть? Да, да? Конечно, мгновенный стопор обратного хода. Да, этими катушками уже, собственно, ловило много именитых спортсменов. Вот, на удивление, я вот этой штукой не работаю. Фрикционом? Да. А почему? Я его всегда затягиваю до упора практически, ну, до предельной нагрузки, когда уже шнур рвется или леска. Угу. Я отстегиваю вот этот вот тормоз, затвор, и рыбы тащит, чувствую рукой, сильнее тащит. Я ее отпускаю, крутя катушку. Ну, я бы сказал, что это не совсем правильный подход. Я понимаю, что это неправильно, но оно интересней. Может быть, но есть большой риск сломать снасть. Очень большой риск. Особенно, когда речь идет про топовые снасти, они хоть и делаются с запасом, но там перегруз невелик, чтобы именно работать в том самом тестовом диапазоне, который на них заявлен. Ведь разница топовых снастей, если уж мы говорим про удилище, от более бюджетных, заключается в том, что там, где более бюджетные, там запас прочности он гораздо выше, но там и сенсорика пониже, и, соответственно, вот этот диапазон теста, указанный по приманкам, он немного размазан. Чем дороже и более специализированнее удилище, тем более точно оно выверено. Поэтому работа такого характера, как вы привыкли, может негативно сказаться. Я же не такой спец. На самом деле научиться пользоваться фрикционом не так сложно, и это приятно. Особенно слушать его визг под нагрузкой уходящей рыбы, это все-таки большое удовольствие. Ну, взвизгнул фрикцион, и рыба ушла. Да? Но не ушла с крючка, а ушла якобы... С крючком. Да. С нашим, поэтому... С воблеровочком дорогим. Обязательно. Вот именно поэтому, чтобы не потерять нам эти самые дорогие воблерочки. Так, ну всего две, больше не надо. Так у нас два спиннинга, да. Больше и не будем, пожалуй, что. Получается, что Акума круче дайвы. Сказать, что круче, невозможно, но в определенном ценовом диапазоне может поконкурировать очень достойно. Ага. Их тоже пока вернем. Ну да, туда. Да, наверное, уже все. А поводочки? Поводочки, ну, не, у меня какие-то есть поводки. Ну, добавить никогда не поздно, тем более это не та цена вопроса, из-за которой стоит отказываться. Ну, что касается того самого дергания, тех самых буратинок, вот классика жанра. Недорого, сердито, всегда надежно. Так, ну нормально. И всегда не жалко. А это какой длины? Струна. 20 сантиметров. Я думаю, что минимум. Струну я нет. А для воблеров? Это крутить надо постоянно. Так это не обязательно. Можно прям застежкой поставить. А, ну другой вопрос. Вот и все. То есть ставится застежка. Не, а струна она на спокойной воде получается, нет? Струна на любой воде, она поводок, который именно создан для ловли рывковой анимации. Чтобы наша приманка, тот самый воблер, была, скажем так, всегда как собака на поводке. То есть у нас идет жесткая... Вот тут как раз-таки и плохо для воблера, если мягкий поводок. У нас происходит постоянный захлёст тройниками за этот поводок, и мы теряем контроль над анимацией того самого воблера. Поэтому... У меня был вот материал поводковый, что я говорил, что я Гущина знаю, да? Угу. Вашего гуру. Он мне как раз при знакомстве, это было лет, я не знаю, там, 3 года, что ли, назад. В общем, я у него отмотал 2 метра какой-то веревочки. Я так счастлив. Веревочка обжигается зажигалочкой. Щука ее не перегрызает. По камням не перетирается. Вот есть такая? Нету сейчас. Нету? К сожалению. Именно самого материала такого нету. Поводки есть, например, те же титановые, которые уже не надо ничего из них делать, они сделаны. Они более мягкие и гибкие, но одно дело ловля все-таки форели в струях, когда там нет такой рывковой анимации, там больше все-таки какие-то равномерные движения или подтяжки. А именно ловля на рывковую анимацию предполагает использование именно струны. Ага. Поэтому, ну, тут учеба-то особо-то и нет. Ну, у меня есть какие-то поводки. Не та цена вопроса, но сохранить, по крайней мере, наши... Я думаю, одной хватит.
Да я думаю, что пару пачек. Ну, пару, ладно. Сколько там их штук-то? 10 в каждый. Ну, нормально. 20 приманок я осилю. Тогда? Оторвать, нет, да. Лучше их оставить, чем их оторвать. Тем более, нынче-то они не дешевые. Ладно. Берем. Итак, 20 сантиметров. Ну, и с запасом. 30 на крокодила. Да, на того самого. И где у нас 30? О, 30, но он готовый. Это мы сейчас, возьмем. Как раз таки вот эти вот там титановые висят. Мы к ним сейчас вернемся. Вот здесь вот длинные. 30. Вот они 30. Взяли. И вот те самые титановые поводочки, которыми более правильно будет, например, ловить джигом. Это какие? Ну, здесь есть разных брендов. Да, вот здесь есть титан пожестче, титан помягче. Да? Притом это не просто титан, это никель-титан. Объясню, в чем его такая интересная особенность. Так, я же попытаюсь показать. А получается, что джигом можно гнутый? Чтобы... Джигом можно более мягкий поводок использовать, да. Там нет тройников, нет такого захлёста, нет разворота приманки, когда она может тем более тройниками захлёстываться за сам поводок. Там более прямая проводка. Вот. Титан не перекусывается зубами ни одного хищника. Ну, как ну, вы сами возьмем, понимаете. Да. Ну, ладно, я понял. Вот. А особенность покажу. Попытаюсь, по крайней мере, показать, чтобы это было видно, наглядно и, может быть, даже слышно. Поскольку это не в чистом виде титан, это нитинол, так называемый, то есть никель-титан, это сплав. Есть у него такая особенность. Если происходит очень мощная поклевка рыбы, вот если прислушаться немножко к тому, что будет, то он на нагрузке, на рывке растягивается и возвращается в исходное состояние. Тем самым компенсируя удар даже самого мощного хищника. При и этом вот сохраняя это все свои силы. Интересная штука, да. Это очень интересная вещь. При этом его можно вот хоть вот так вот завязать, потом развязать. Сейчас. Ну, понятно. Буквально поводить руками. И он сохраняет всю свою форму. Вещь. Так, как он называется-то? Поводки называют фирмы Вин. Вин. Вин Хард. Ну, Хард это жесткий, есть Вин Софт, да. Это более мягкий материал. Вот. Соответственно, они бывают разного цвета. Вот здесь, например, Mirror, то есть зеркальный, он, скажем так, как производитель заявляет, он способен отражать окружающие его поверхности, то есть тем самым маскироваться. Темный поводок, ну, большинство рыболов считает, что темный поводок это самый правильный вариант. Он для любой воды. Хотя и те показывают, что они с успехом применяются, при том в разной прозрачности воды, и хуже не становится ни от одного. Ну, тоже пару пачек. Здесь единственное, что, ну, как сами понимаете, да, титан не дешевый материал, здесь в комплекте два. Я думаю, пачки 2-3 достаточно. Тем более это. Достаточно, да, да, да. Ну, отлично. Тогда на этом и остановимся. Где у нас подлиннее? Один, второй. И, пожалуй, что? Один возьмем маскирующийся. Вот так вот. Так, а ну я гляну, там что на них написано еще. Да, конечно. Интересно. Так, это этот самый хард, который, да? Угу. Ну, а вот который софт. Нити. Никель-титан, короче. Никель-титан, да. А вот который как раз маскируется, который зеркальный, это мягкий. Так. Я многое узнал сегодня. Ну так это хорошо. Рыбалка да. Это всегда какой-то обмен опытом. Подготовка к ней не меньше обмен. Пока мест. Так, ну я думаю, надо уже приговор. А вот, как и обещал, принесли нам со склада. Как положено, укомплектованные в чехлах. И новиночки. И все красиво. Эстетически даже так, чехол правильный. Ну что, тогда приговор. Тогда приговор, да. Да. За очками потом зайду. Хорошо. Так, палочки надо проверить. В обязательном порядке. Дабы рыба-то, предполагается, не маленькая. Да и, впрочем, всегда. Чтобы не было. Главное поймать хоть что-нибудь. На воде. Я думаю, что там не поймать как раз-таки шансов меньше. Да не, ну народ там полно же тусуется.
всякие спортсмены там за деньги играют в рыбалку. Есть такое дело. Поэтому уже там ее всю передушили. Да нет, все они не могут. Тем более спортсмены-то, ребят, правильно, они же ее отпускают. В освоясь. А не дохнет ли она у них? Для этого у них в катерах стоят аэраторы, где они стараются максимально сохранить живой, ибо в зачет неживая не идет. Только на котлеты? Да. А это скорее такие прерогативы тех, кто там живет, то бишь местных. Вот они-то на котлеты их не брезгуют. Ну, впрочем, иногда взять пару рыб кормового размера, едового, если можно так сказать, не возбраняется. Так, экспириенс. Да. Опыт. Да, как раз таки будет большой интересный, опыт. Красивый опыт. Ловлю джигом. Соберем ее. Дадим еще раз. А вам? Ну, приятно, легко, я думаю. А когда поймаете и половите? Надо самый уже с приманкой. Там, все. Конечно, такое. С катушкой, как да. Положено. Ну все, соответственно, сейчас все посчитаем и карточку подарим, как и обещали. Так, ну вроде бы ничего не забыли. И ножичек в подарок положили, катушечки на месте, приманки все, рюкзаки, спиннинги. Та самая карточка, то, о чем я вам и говорил. В подарок, как нашему постоянному клиенту, для будущих пополнений. Ну, я пока не постоянный, но надеюсь. Ну, будем так. Рады видеть, поэтому сейчас мы ее зарегистрируем и сразу проведем скидку. Это недолго. Все, карточка зарегистрирована. А скидка прошла. А тут ничего не изменилось. Опа! Ну, 4 рубля на цветы жене. Ну, приятно. На бутылку шампанского и на бензин. А на фляжку коньячка для согрева. Так что. А, я тогда фляжечку коньячка. Может, мне фляжечку у вас? А можно и фляжечку оформить. А кстати. Да. Мы фляжечку нагрузку можем мне подарок. Подарить. Я уж буду да. Наглеть. Ключик. А? Фляжечку подарим. Почему же нет-то, когда да? Тем более такому приятному клиенту еще и на Чебоксарку. Эх. Если бы не столько работы, махнул бы с вами. И за грибами, и за рыбой. Нет, в следующий раз. Сейчас я еду с женой. Я ей обещал, ловлю на слове. Я ей должен. Тогда фляжечка, питьевая система, которая на подвесе, легенькая, из чистого алюминия, в подарок. Окей. Так что пользуйтесь на здоровье, ни хвоста, ни чешуи, ну и хорошего вам отдыха. Заходите еще. Так, ё-моё. Так, ну, а спиннинги я помогу донести, как да. И обещал.